безумие нашего политического режима. Мы отчасти это видели вчера на Совете Безопасности, как, вы помните, глава службы внешней разведки, Путин ему задает вопросы, а он задрожал весь, он не знает, как и ответить. Сначала боялся ответить, чтобы признать ЛНР, ДНР, а потом договорился до того, чтобы принять их в состав России. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Я... Говорите прямо. Вы дворянин? Да. Да? Нет! Да или нет? Я не знаю, как вам будет угодно. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет? Говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. То есть абсолютно такие бесхребетное такое существо, понимаете, которое перед Путиным как банный лист трясется. Это что, это руководство России такое? Мне просто стыдно было вчера.